Бля. Что бы они ни делали, как... Кажется, они только что преуспели. Видимо, ритуал скоро начнется. Хороший вопрос. Откуда нам знать, что мы сможем его остановить? Да, видимо, этот вопрос для Жукоглазки. Жаль, она нас кинула. Чтобы спасти свой народ. Она знает, что делает. Или что сделала. Дракс говорил, что когда он был в обещании, Магус... пожирал мою душу. А те, кто жрут, смертны, верно? Звучит не слишком убедительно. Хочешь отравить его пищу? Его пища мы, так что... нет. Мы убьем его по старинке. Дракс, как тебе удается не ломать кости, пробиваясь через все подряд? Фу. Как мне надоели мозги и церковь вселенской хрени. Я знаю, что медленно. Спасибо сырломордам, разрушившим тут все. Не знаешь, как срезать? Если ты не заметила, вся геометрия этого места пошла по хвосту. Наша мать! У Господа перед тобой большой долг! Возвращение! Слушай, армия громил церкви, мешает нам добраться до горы. Поможешь? Нет! Космо отбивает башню, в которой прячутся его щенки. Без башни мы потеряем забвение. И щенков. Понял. Будь осторожен, приятель. Осторожно, бомба! Кто знает, откуда они прут? Просто дави! Ломом приходится торчать в мозгах. Гадость. Сколько же тут мозговой пыли? Да, она оседает в дыхательных путях слив. Называется серый легкий. Хорошо, что на мне маска. Не, она не поможет. Частицы настолько маленькие, что уже проникли внутрь. Скорее всего, твои легкие уже посерели. Легкие и так серые. И ты об этом знаешь? Я их видел. Много раз. Хочу. Битвы? Поесть. Не успел на корабле. Вокруг полно мозговой ткани. Квилл, для того, кто хочет отсюда выбраться, ты слишком много бездельничаешь. Я не могу подняться к мосткам. Должно быть что-то, что поможет подняться. Вот я и ищу. Не знаю, от чего голова сильнее кружится. От взгляда вниз или от взгляда вверх? Я ищу. Может, у меня мозги появились? Этих башнях и капсулах. Тут все в кучу, так что не угадаешь.
Скажем, библиотека, совмещенная с капсулой удовольствий. Надеюсь, она уцелела. Что покупатели делают с этим мозговым веществом? Кости и спинной мозг они тоже покупают. Зачем? Основные клиенты – ученые. Пытаются постичь тайны Вселенной и создать новое оружие. Почему самые могучие силы галактики не выступили против церкви? Галактус, странник, живой трибунал. На галактическую войну они тоже не явились, но это не помешало нам выиграть. Вы не понимаете главного, им на всех остальных хвост положить. Подумала. Да, жители забвения не трусы, но они параноики. Это мягко говоря. Может, почуяв опасность, кое-кто из них запрыгнул в корабль и улетел? Ты недооцениваешь их жадность. Рейкер обещает силу и вечность. С необходимой скоростью. Ты понял, что я просто прикалывался? Ты о чем? Серых легких не существует. О, да. Я знаю. Так ты купился! Серые легкие! А вы все знали? О, да. Конечно! Над тобой классно прикалываться, Квилл. Осторожно, тут все вот-вот развалится. Со всем забвением будет то же самое. Она встанет на ноги. У огромной головы нет ног. Но были. Вроде прочная, можно зацепиться. Ладно, только скажи, где. Больно видеть, как все мои инвестиции пошли прахом. Какие инвестиции? Да так, пара вложений в незаконные исследования оружия. Видно что-нибудь? А, все тоже, только сверху. Возможно, есть способ отправить забвение прямо в разлом. Нельзя рисковать жизнью. Скивор. Ебо. Хочешь стереть лучшее место в галактике? Ни за что! Да. Блин. Лады, сейчас замутим крутоту! Готово! Аж спину прихватило от всего этого.
Удар Квилла. Это мощная атака ближнего боя, которая при успешном использовании восстанавливает вам дополнительное здоровье. Совершите рывок к врагу, использовав Б. Подобравшись к противнику, нажмите X. Если противник будет убит, вы получите дополнительное здоровье. Так все просто взяли и ушли после того, как обнаружили кору? Если под взяли и ушли, ты имеешь в виду, что псина совсем спятила и всех выгнала? То да. Неудивительно. Представь, что эта штука попадет не в те руки. И представлять не надо. Я есть Крут. Крут хочет знать, что могло обезглавить Целестиала. Скорее всего, необычайно большой клинок. Да, не хотелось бы встретиться с владельцем. Эй, Грут, сможешь меня туда поднять? Я есть Грут. Прямо туда. Этого не требуется для решения задачи. Я просто хочу осмотреться. Разведка? Развед. Расследование о руке. Рейс Мивалот. Мы сумели получить образец крови из руки. Пришлось потрудиться. Наш агент подтверждает, что в колбе изначально была жидкость, но после выхода из области коры она моментально испарилась. Второе. Теория о том, что рука растет из некого туловища, не имеет доказательств. Никто этого чудовища не видел, так что мы считаем, что рука существует сама по себе. Рука впервые была замечена после прибытия Космо, так что есть причины полагать, что это телекинетическая проекция, созданная его психическими способностями. Четвертое. Мой охранник Блэд удивил меня следующим тонким замечанием. Если ее создает Космо, то почему это не лапа? Пятое. Другой охранник Гампт парировал еще более проницательной фразой. Потому что он чертов пес. Может, это рука того... кто когда-то был его хозяином. Какая рука, блядь? Чё за рука? Здесь странно пахнет. Это мозги начинают потихоньку тухнуть. Пахнет металлом и... Не знаю, чем-то еще. Укря. Ты о чем? Продукты жизнедеятельности большого кататианского слизня. Как-то я сомневаюсь, что это моча слизня. Ее трудно перепутать. Странно, во время войны Танос не пытался захватить ресурсы забвения. Не стоит недооценивать политическое влияние коллекционера. Он может подкупить кого угодно. Но церковь невозможно подкупить. Ей нужно лишь подчинение. Толчки усилились. Можно и так сказать. Это верное замечание. И что это меняет? Там не за что есть. Эта штука вот-вот рванет. Что же они с тобой сделали? Бля. Ты в порядке, Ракета? Нет, не в порядке. Гора, забвение. Что станет с этим местом? Это мерзкая помойка с дешевой выпивкой и грязными юнитами. Практически мой дом родной. Да, на Милана хорошо, но корабль это не то. Это не первый раз, когда кто-то пытается захватить забвение. И не последний. Космо на нашей стороне. Вот дадим пинка церкви, и он снова приведет тут все в порядок. Ха. Главное, чтобы не переборщил. Спасибо, Квилл. Фу, куски мозгов прилипли к моим ботинкам. К моим тоже. Словно пережеванная жвачка. Не вздумайте притащить это на мой корабль. Ха!
нужно обсудить одну проблемку. Как мы собираемся вырубить кору, если она настолько заряжена? Да уж, кнопки выключения на ней точно не будет. А взломать ее сможешь? Это вам не дурацкий гаджет. Это же вмятская кора континуума. Один из самых могущественных артефактов в известной вселенной. Может, даже древнее ее. Жизнь в этой вселенной станет бессмысленной, если эти фанатики преуспеют. Взорвем ее, если потребуется. Мы никогда не сталкивались с такой силой. Можем не выжить. Я все сделаю сам, а вы уходите. Я погибну с честью. Ты ничего не смыслишь во взрывчатке. Это вмятское забвение. Я не стану его взрывать. И вы тоже. Надо заняться проводниками веры. Уверен, не все проходят через один узел. Это уязвимая точка. Поле битвы. Сначала переберемся через пропасть. Хочу предупредить, что как закончим, я оккупирую душ на неопределенный срок. Хорошо, Грут. Давай сделаем свой мост. Остерегайся толчков. Да, надеюсь, Ворлок доберется до финишной линии. Не, он на нас не рассчитывает. Для него мы просто кучка неудачников, путающихся под ногами. Так, теперь осторожнее. Так что, когда Никки будет с нами, мы будем ждать Ворлока? Я жукоглазку. Для нашего плана требуется много участников. А кто сказал, что спасать галактику легко? Не помню, чтобы кто-то утверждал подобное. Нам же отплатят после всего этого. Я не удивлюсь, если, надрав Рейкеру задницу, Ворлок нас найдет. Остается еще Мантис. К тому моменту кора будет у нас. И мы будем в двух шагах от Ламентиса. Если Ламентис еще существует. Осторожнее! Здесь немного... Питер, возьмешь на себя? Конечно! Смотрите! Сюрприз, Питерилы! Развали мы тут совсем большие бабу! Это было потрясно! Когда будем внутри, Рейкер мой! Я постараюсь поговорить с Ники, если она там! Моё естество наполняется гневом! Ребята, мы попали! Не знаю, что там его спасать, но это он
всегда могу на тебя положиться, Гамор. Сделай боль! Впереди прервите атаку Центуриона Нова с помощью особой атаки. Настоящий бой. Все готовы? Сделали серьезные лица? У меня только одно лицо. Переключи его в злобный режим. Ха, готово. Кто что думает? Я думаю, если золото с ним еще не закончил, то у меня для Рейкера припасена граната с его именем.
Гравировать на гранатах неблагоразумно. Если Рейкер еще жив, он мой. Не знаю, что они там задумали в коре, но этому не бывать. Это забвение. Наше забвение. Точно! Покажем этим подхвостам, куда им пойти. Я покажу им свой клинок. Это будет славная битва. Мы с тобой, Питер Квилл. Да, возвращаемся в кору. Там еще были. Я помню этот проход. Шумите. Что они сделали с корой? Ники! Они присобачили ее к этой машине в мятик и собираются направить в нее всю энергию веры в галактике. Исполнение началось. Нужно вытащить ее оттуда. Но как? Надо освободить руку и не лишаться силы. Вижу 4 кабеля. Вытащим их! Блять, опять ульту лизнул. Просто так. Зачем ты отозвал нас из боя, Питер Квилл? Мы разносили врагов на части. Как будто режу клинком масло. Есть у кого с собой хлеб? Я сражался во множестве битв, но это самое блистательное. Да, блистательно, Дракс. Невероятно и безумно блистательно. Точно. Прямо как сверхновая. Не теряйте голову, смотрите в оба и яростно бейтесь. Кто со мной? Я с тобой, Питер Квилл. Плохо, Питер. Любовь? Покажи им как следует. Нахуй, если все кто провалился. Выживает дурец Рейкера, надеюсь. На куски! Покажи им враг! Нашли Рейкера! Как только появится, я заставлю его страдать! И сказала Гамора, да будет больно! Верующий пал от моей руки! Нечего оплакивать! Мочи! Надо освободить Ники! Ей должно быть так страшно! Пытаюсь! Нужно только пристрелить одного гада! А где этот гад? Да! Это объясняет все эти батареи! А, вот что. Кому? Не могу поверить, что ее впрягли в эту машину! Вот он, смотри, Рейкер! Сам я сделал! Готов!
абсолютно мастерство победить без причинника способности Гамору Палач. А, вот, вот. Там еще одна. Рот прав, пузырь сдулся. Теперь мы сможем добраться до последнего кабеля. Тогда за дело. Мы почти справились, Ники, держись. А, не сдавайся, Ники. Внимание! На чью-то сторону, чтобы драться. Мне просто нравится взрывать этих срывомордов. Ну да, я понял. Сражаетесь с ними, и у вас кровь закипает. О, да. Но если слишком увлечетесь, то сердце лопнет, и мы проиграем. Придерживайтесь плана, и мы их размажем. Кто со мной? Поля утрата подожду! Питер! Давай, вруби! Вперед, Дракс! Ветки на изготовку! Последний, ребята! Поторопись! Неизвестно, сколько она еще продержится! Бой выход, Гамора! Мы почти справились, Ники, держись! А, не сдавайся, Ники! Покажи, что можешь, Гамора! Подпускайте их к Питеру, пока он отключает последний кабель! Выберем всех, кого смогу! Руку почти освободил! Вас она будет благодарна! Как думаете, у нее есть мозг? Их настойчивость не доведет до добра! Давненько
я ничего не взрывал! О! Сделаем больно, Гамора! Как вам это? Я за это все прыгал. Что дальше, Питер? О, поехали! О, нет! Народ! Ручка сломалась! Застряла намертво! Как расклинь в мягкий захват! Мне понадобится помощь! Повтор катсцены. А, я просто не нажимал, что ли, оказывается. И она умерла. Настойчиво все портишь. Не хочешь помочь мне? Не мешай. Не хочу я иметь детей. Ники, это кончится не так, как ты думаешь. Совет? Твой? Я видела, что ты сделала. Не хочешь время назад вернуть? Я чувствую свет внутри себя. Обещание будет исполнено. Она понимает, что ее план был сорван. Это? Небольшая заминка. Я права, великий объединитель? Гора нам понадобилась, чтобы лишнее бремя снять с вас, матриарх. Предлагаю вернуться. Прошу, дайте мне повод убить его. Это он? Божественный сосуд? Бледная тень вашего величия, матриарх. Пусть смотрят, я сделаю, что он не смог. Соберу веру со всей галактики сама, если придется. Вы хотите справиться? Я справлюсь с чем угодно. Ник. Что? Не переживай. Я ляпнул жучок парнише назад. Чего? Да, еще на мосту пометил, если опять удерет. Осталось только вернуться на Милан. Ракета, не вздумай меняться. Бегом в забвение. Завершить полную миссию. Трекер подключен. Подтверждаю, золото на вшивой вмятие сакралии. Пристегните ремни, будет жарко. Вмять. Сейчас, сейчас. Нашел? В системе Альфа Геркулеса, в краеугольном камне. Есть координаты введены. На этот раз им не уйти.
Сакралия, корабль храм церкви Вселенской Истины, система Альфа Геркулеса. Вот и галактика. Да, корпус снова! Миросознание, видимо. Да ладно. Что ж, сделали, что могли. Ники там, среди них. Должен быть способ. Да, можно побить их с помощью более могучего флота. К сожалению, у нас такого нет. Ребят, мы же короли безвыходных ситуаций. Неужели никаких мыслей? Гамора, идеи? Может, на Земле есть герои, готовые помочь? Ребятки в пижамах? В мощных пижамах? Поверьте, земляне пока еще не настолько продвинуты, а нам нужен флот. Грут, примем любую мысль. Я есть Грут. Не, эту не примем. Мы не свяжемся с Читаври. Да, такой Джокер в рукаве нам и нужен, но только не этот. Эти гады выстрелят нам в спину. Если сперва не выстрелят в лицо. Ракета, а ты? Опустошители, предложи временное перемирие. Йонду гниет на Килне по моей вине. Вытащим его. Побег с Килна? Я скорее против флота церкви выйду. Я вытащу его. Да, ставлю на Гамору. И я ставлю. Я есть Грут. Я тоже, но что это меняет? Опустошители разбрелись во время войны. Кто-то выжил, залег на дно или мотает срок на какой-нибудь глухой планетке. И потом, что за пират без корабля? Дракс. Это у животного есть идеи. Ты благородных кровей. Я думаю, пора принцу Спарты вернуться и сплотить свой народ. Ты на Спарте-то давно был? Я не был, но спартанские технологии превосход... В войну Спарту из-за технологии разорили. Там даже посадку не совершить. Вон, у животного есть идея. Недавно появилась возможность спросить. После трех. Петра их спросил. Постойте. Что, если ответ все это время у нас под носом слюни пускал? Питер Квилл, этот зверь не управится с кораблем. Я не это имел в виду. Только подумай. От камня нам особой пользы нет. Но и церкви она без надобности. Это они нам мозги полощут. Спорим, животные им не интересны. Им нужен был Космо. Разум Космо совершеннее нашего. Интеллект сделал его уязвимым, так же, как и ракету. Спасибо, но я не животное. Да я к тому, что мы знаем кое-кого с армией зверья. Уверен, Рейкеру она до лампочки. Как удостовериться, что она не с ними? Я есть Грут. Стражи Галактики! Она не с ними. А ты не забыл, что она так рвется скормить нас своим деткам? Ребята, это оно. Наш последний шанс на успех. Придется как-то извиниться и исправить положение. Вот, как насчет подарка. Умаслим ее. И Грот больше в клетку не пойдет. Нет, ты бери выше. Намного выше. Бери зверя, за которого она родину продаст. Драк знает, о чем речь. О, да! О, нет, нет! Начинается! Ну что, полетели! На Маклу 4! Биться с легендарным Фин-Фан-Фумом! Глава 13. Вопреки всему. Да ладно, мы ж
что, правда туда полетим? Маклун 4, система Маклу. Система Маклу. Галактика Андромеда. Выродков, живущих внизу. Отпад. Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Нет! Хватайтесь за что-нибудь! Пижон! А то! Зачем? Нет, нет! Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Пин-Пан-Фума! Мы не разобьемся! Еще так разобьемся! Эти вершины опасны, Пит! О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Берегись той штуки, Питер! Которой! Думаю, она про все штуки! Питер! Вау, все, все сдохли. Все целы. И мы смеемся. Это круто. Это же... Это блестяще. Класс. Так мы паркуемся. Вернее, это Квилл так паркуется. Сегодня нам не судьба умереть. Ну, разве что Фин-Фан-Фум съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Двинули. О, безумие. Так мы паркуемся. Да. Эй, по-моему, это не должно искрить. Разберемся с этим, когда поймаем дракона. И убедим леди Хавбендер помочь нам справиться с церковью. Прежде чем отправляться в путь, поднимем наш боевой дух кататианским гимном. Что? Сейчас? Знаешь что? Вмять это все. Давай споем. Слушайте внимательно. Древний кататианский могучий язык, слова которого несут великий смысл. Я начну, а вы подпевайте.
Сотраджу Тутлук, Элдар Омаргат, Солтат Фландургард. Серьезно? Будем петь? Сотраджу Тутлук, Элдар Омаргат, Солтат Фландургард. Таргат Гонат Кол, Волмаки Ултат, Готен Когалмак. Мода была рада видеть, что их глава приснился к Гимну Дракса. Теперь они полностью готовы к битве. Элмофин сардут, джуткай нагалтау, готен когалмак. Элмофин сардут, джуткай нагалтау, готен Галмак, Солтат Фландургард. А про что была последняя строчка? Солтат Фландургард. Это значит, и мы победим. Милана ведь не самоуничтожится, пока нас не будет, правда? Сколько мне еще повторять? На корабле, скорее всего, нет системы самоуничтожения. Ну что, Ракета, сразимся с Фумом? Говорят, что каждый его коготь крупнее взрослого человека. Если вспомнить, как легенды наврали нам о Хеллбендер, дракон, небось, окажется размером с Грута. Ты в норме, дружище? Я есть Грут. Готов к самой тяжелой битве? Я есть Грут. Последние пару циклов его больше пугало, что мы поубиваем друг друга. Мы со всем справимся, я знаю. Конечно, мы должны. Ради Ники. Вы когда-нибудь сражались с драконом? Звучит весело. Только в играх. Это же считается, да? Я знал, что этот день настанет. Мне суждено сразиться с повелителем драконов, как Аранта. Но не знал, что тебе будет помогать такая команда засранцев. Ты прав. Но я благодарен судьбе, подарившей мне эту честь. Несмотря ни на что, ты человек чести, Питер Квилл. Спасибо, Дракс. Ладно, за дело. Холодно, как в криокамере. Говоришь так, будто ты там бывала. Будешь придираться к каждому слову или искать Финфанфума и спасать галактику? Я за Финфанфума. И спасение галактики. Если, конечно, Хеллбендер согласится. Леди Хеллбендер согласится. Так, ну что, какашек Фума пока не видно. Нужно искать охотничьи метки Кататиан. Это свидетельство отваги тех, кто побывал здесь до нас. Под отвагой ты имеешь... Легенды о пламени с небес не лгали. Есть еще легенда об этом месте? Легенды о славной смерти. Но главное, что о славной. Кто-нибудь еще слышит тоненькое поскуливание? Я слышу. Да не мой голос. Со стороны Милана. Тогда не слышу. Осторожно! Все разваливается! Мы здесь не для того, чтобы погибнуть от льда и камней. Есть лишь один достойный способ умереть на Маклу 4. Повторить путь моих собратьев. Кто-нибудь, напомните Драксу, что мы здесь не смерти ищем. Никто не умрет. Мы схватим Фума живым и отвезем его леди Хеллбендер живым и заручимся ее помощью, чтобы уничтожить флот церкви. Значит, наш план умереть в сражении с флотом? Возможно, но точно не раньше. Отлично! С каждым ударом эти скалы становятся все менее надежными. Отлично! Небо в прямом смысле рушится! Вот и конец пути. Славный конец! Должна признать, мне нравится твой энтузиазм на этот счет. Так, Дракс, направь-ка свой энтузиазм на этот камень. Я представлю, что это голова Финфанфума. Класс! Дракс только что раздробил череп тому, кого мы ловим. Прощай, галактика. Вам нечего бояться. Говорят, его кости невозможно сломать. Видите?
бояться нечего. Грут хочет насладиться пейзажем. Не торопись. Вдруг это наш последний шанс чем-то насладиться. Думаете, Фум там? Из книжек в жанре фэнтези я запомнил, что драконы любят тусить в горных пещерах. Грут спрашивает, не было ли в книжках чего о ловле драконов. По-моему, там было что-то про работу в команде и доверие. Подробнее он не помнит, потому что не дочитал. Я прочитал кучу книг про драконов. Понятно? И в них всегда была гора. И добро всегда побеждало. А нас-то вряд ли кто-нибудь напишет. Кажется, впереди что-то есть. Смотрите, здесь были мои собратья. Кажется, мы видели их в памяти Дракса, когда Мантис нас соединила. Это охотничьи метки Кататиан. Сколько ж тут было отважных Кататиан. Когда Танос разрушил Катат, мой народ остался ни с чем. Он лишился родины, лишился надежды, и тогда многие отправились сюда. И сколько этих смельчаков вернулось? Ни один. Они все пали жертвами Финфанфума? Не жертвами. Они искали последней битвы, искали славной смерти. Они пришли сюда, чтобы умереть, да? Большинство кататиан верит, что Волтат – место счастья. Попадет лишь тот, кто прожил жизнь со смыслом. Если же ты не сумел этого сделать, тебя ждет Сардут. Плохое место. Это не место, это не бытие. То есть примерно то, что ждет всю галактику, если Церковь одержит верх. Верно. Если мы пойдем в бою, знайте, что Финфанфум сохраняет черепа противников, которых он счел достойными. Я не хочу, чтобы ты играл с моим черепом. Это... Так, народ, если не справимся даже с этой тварью, то нет смысла бросать вызов Финфанфуму. Хорошо сказано, ты. Нам нужна передышка, Крош! Он похож на ходячую кучу прыщей. Фу, какая мерзость, блин. Кошка, изрыгающая споры, пока не уязвим. Все кошки держатся, когда им держат кровь. Здесь до нас нажалось так много кататиан. На мой взгляд, они могли и получше постараться. Этот подхвост просто жрет мои патроны. Ракета, низкий старт! Запускай, Драк! Да, без риски толстячка и вредно дошли! Отлично! Светлятый ворот! Он даже чудовище соединение! Да! Как жаль, что я не взял с тобой шаг! А у меня у одного в флешбеке сигнар по 9! Давайте перевернем его! Надеюсь, этот план встретится в центре сработы! Они могли и получше постараться. Готовься! Чист мои пули! Попробуй еще раз, да? Оказалось весьма прочной. Похож на толстяка. Может, он слабый раз у них отнул. Теперь очередь за Финфанфумом.
Мне вот интересно, по шкале от 1 до 10, насколько Фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались? 10 000. Так я и думал. Никто не обещал, что будет легко, Ракета. Это верно, верно, но 10 000, Квилл! Дракс же не умеет преувеличивать. Да, шансы на победу паршивые. Очень. Но на что еще надеяться галактики, если мы не победим? Именно. Мы видели, на что способна Церковь. И чтобы не ожидало нас на этой планете, мы обязаны поймать Фума и уговорить леди Хеллбендер нам помочь. Тут кое-что для тебя, Дракс. Помочь не могу. И вжик! Истинное мастерство! Гамора, по-моему, с этой штуки я смогу осмотреть окрестности. Только поосторожнее, Питер. Ого! Отсюда видно весь кратер. Может быть, Фум все-таки не сидит под горой, а разгуливает где-то там. Тебе виднее. Ну, если бы я был драконом, я бы точно пошел туда побродить. Легенды и впрямь гласят, что Фин Фан Фу таится в крупнейшем кратере Маглу. Ну и отлично. Переберемся через край и попробуем туда спуститься. Я смотрю, черный вихрь. Моя сестра рисовала подобные места. Преисподние? Ледяные пейзажи. Ты думаешь, я поверю, что не было? Чума сотни миров любила рисовать красивые картинки. Они не были красивыми. Они были печальными. Хала, сохрани! Рунья плащ. Это же следы Фума, да? Он даже больше, чем рассказывали. Да. Что ж, когда найдем его, не будем лезть ему под лапу. Еба. Куда они его запихнут, если даже поймают его в теории? Что это за прямоугольники? Монолиты. Ладно, что это за монолиты? Возможно, это направляющие, которые укажут путь к Фин Фан Фуму. За монолит. Отлично! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Я придумал. Береги! А второй шаг похоже это устроить камнепад. Кажется, я поняла, что он задумал. Да! Всех нас угробить! Фум не мог выбрать себе планету потеплее. Например, Корберус 6, покрытый океаном лавы. Или Селестии Прайм, где бушуют стеклянные бури. Ладно, ладно. Могло быть и хуже. Что тут скажешь? Бросай? Само собой. Куда передвинуть? Метни эту штуку, Дракс. Легко. Куда поставить? Покажи, что можешь, Ракета. Если бы. Кидай. Само собой. Куда передвинуть? О, меня телепортировало наконец-то. Дракс, убери. Легко. Куда поставить?
Вот бы тут ничего не было. Само собой. Куда передвинуть? Мне что, забуговалось? Так с Милана точно все будет в порядке? Потому что если мы тут застрянем... Ничего с Милана не случится. Хватит так переживать. Но даже если мы тут застрянем, то сможем очень долго питаться мясом Финфанфума. Эй, Дракс, жги. Легко. Куда поставить? Кинь от души, чувак. Само собой. Куда передвинуть? Гамора, хочешь кое-что провернуть? Не меня просить надо. Крут, скажи три волшебных слова. Я есть Крут. Ошибочка вышла. На орбите будет смотреться лучше. Легко. Куда поставить? Дракс, дружище, можешь швырнуть эту штуку? Само собой. Куда передвинуть? Ну, я сам что-то забоговалось. Мне вот интересно, по шкале от 1 до 10, насколько Фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались? Гамора! По-моему, с этой штуки я смогу осмотреть окрестности. Только поосторожнее, Питер. О, там уже все подобрал. Отсюда видно весь кратер. Может быть, Фум все-таки не сидит под горой, а разгуливает где-то там. Тебе виднее. Ну, если бы я был драконом, я бы точно пошел туда побродить. Легенды и впрямь гласят, что Финфанфум таится в крупнейшем кратере Маклу. Ну и отлично. Переберемся через край и попробуем туда спуститься. Хала, сохрани! О, здесь следы когтей. Да, они это заметили через всю комнату. Он даже больше, чем рассказывали. Да. Что ж, когда найдем его, не будем лезть ему под лап. Да, я тоже думаю, что нужно перебраться на пустую. Береги! Осторожно, он похоже, это устройство в дебат. Кажется, я поняла, что он задумал. Да, всех нас угробит. Что тут скажешь? Бросай. Само собой. Куда передвинуть? Справишься? Легко. Куда поставить? Кидай. Само собой. Куда передвинуть? В смысле, куда? Или не забаговалось, я должен что-то еще сделать? И че? Я вот столкнул камень, и че дальше? Легенды гласят, что Финфанфум может одним усилием воли перемещаться между измерениями. А если он сделает это прежде, чем мы его заарканим? Тогда останется надеяться, что в другом измерении мы победили его. Думаешь, в других измерениях мы в такой же заднице? Если я там главная, то нет. Опа, шорткат. Багаюз. Арена для битвы. Танос как-то рассказывал мне о планете, которую разорил Финфанфум. Тела его жертв были даже не съедены, а
размазаны по земле, словно он пытался писать безумную картину. Звучит ужасней нет. Танасу такой пейзаж пришел же на душе. Хорошо, что он сдох. Якобы. Ага, и могучка такой, да? С багами все попасть раньше времени. Так, с Милана точно все будет в порядке, потому что если все. Ничего, с Милана я застрял. Хватит так переживать. Но даже если мы тут застрянем, то сможем очень долго питаться мясом Финфанку. Возможно, реально игра забуговалась. Вот от 1 до 10, насколько фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались? 10 000. Хала, сохрани! О, здесь следы когтей. Это же следы фума, да? Он даже больше, чем рассказывал. Я есть. Да, я тоже думаю, что нужно перебраться на ту сторону. Только не ясно как. Кажется, на той стороне есть уступ, но он завален камнями. Отлично! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Или не было бага, подожди. Но то, что туда... Но то, что кажется, перебрался туда, это был точно баг. Я могу расчистить его от обломков. Я брошу в них чем-нибудь. Как насчет Квилла? Давай, ты добросишь. Из его мягкого тела выйдет плохое орудие разрушения. Последний шаг, Дракс. Если скинешь с уступа это хотя не был, бы блядь, часть камней, мы сможем пройти. Надо было, блядь, визор вот все сделать. Впервые вижу тебя в таком хорошем настроении. Да, ведь ты никогда не видел меня на Великой Охоте. А как же задание в карантинной зоне? Ты про провал в карантинной зоне? Это была не Великая Охота, а обычная охота. Дракс, я знаю, что ты давно этого ждал. Наслаждайся. Спасибо, Питер Квилл. Должен признать, после всего, что произошло, мне это нужно. Знаешь, если бы мы с самого начала послушали тебя и отправились за Фумом... То были бы уже мертвы, потому что не были готовы. Я с рождения готов. Да, просто раньше времени. Сейчас будет, видимо, противник, потому что до этого был только звук. Впереди что-то есть. Что бы это ни было, оно нас заметило. Ну, супер. Очередная закуска Фума. Не стоит недооценивать то, что выживает на этой планете. Логично. Не зевай! Ага, если бы... А вот до этого я просто... Без команды... Их тут не было. Ведь они... Идут какие-то... Особые триггеры, типа, они появляются только при определенных условиях. Хвала Хали, что мы не скрываемся!
постоянно... Акума продолжается! Жабку надеть! Так, а теперь давайте остановимся и подумаем. С каких пор мы этим занимаемся? Что, если мы не успеем? Что, если Рейкер закончит начатый ритуал? Ну, тогда мы зря сюда прилетели. Вовсе нет. Если нашим последним свершением станет битва с Финфанфумом, это будет достойное свершение. На кой хвост мне это? Я предпочитаю выжить. Тогда будем надеяться, что успеем. Ладно, давайте придумаем, как здесь пройти. Ведь мы вроде как спешим. Отлично! Мы все ближе к цели. Один. Смотрите, впереди опять зловещие горы. Не нравится мне на этой планете. Я все жду, что Фум цапнет нас за задницей. Финфанфум — легендарное существо. Легендарные существа не цапают за задницей. Возможно. А вот умные цапают. Поможешь перебраться? Так с Милана точно все будет в порядке? Потому что если мы тут застрянем... Ничего с Милана не случится. Хватит так переживать. Но даже если мы тут застрянем, то сможем очень долго питаться мясом и Финфанфум. Чуть не задело. Говорят, Финфанфум нарочно ведет возможных противников по самым опасным местам планеты. Точно, эти легенды брешут не хуже, чем про леди Халбер. Умный кот, как оратора! Опа. Стимщик. Расти на 5 часов. Его. Пушистый куст, который мне стрелять мешает, и у меня от него пенек в шерсти взрывать надо, мне кажется, что шубрик мне это назло для меня. Просто склин, блять, и то, что у него на голове там растут какие-то цветы, блять. Это все его изменения скина. Вот этот скин просто Стражи Галактики. Галактиков 14 года. А это раскинул 5 часов. А эти, блядь, 10 отличий. Все верно, на голове, блядь. Все отличие. Уверена? Слышь, она вообще-то убийца. Небось, кучу народу таким газом траванула. Понятия не имею, о чем ты. Ну да, ну да. Ладно, пошли, Квилл, заморозь источник газа своими модными пушками. А у меня идея. Может, заманим Фуму в такую газовую пещерку, чтобы он вырубился? Это трусость. Я хочу прославиться, убив его. В последний раз повторяю, Дракс. Мы не будем убивать Финфанфума. Мы его поймаем и отдадим леди Хеллбендер в надежде, что она нас простит и поможет в бою против церкви. Очень сложный план.
А, вот же. Ты что, зашел в воду по шею? Мы же собираемся завалить легендарного дракона. На кону судьба всей галактики. Я не собираюсь быть обузой. Ого. Это поразительно. Ты поборол свой страх. Есть вещи поважнее страхов. Кстати, у Грута до сих пор нету ульты. Есть вещи поважнее страха. На него потратил полчаса, чтобы... убрать водопад. Хорошо, что у нас есть разрушитель. Слушайте, а может вместо Фума Леди Хал согласится прийти? Парень! Это вряд ли! Как я иду? На этом со спинога пауки! Мы потревожили их гнездо! Они никогда нас не простят! Нам нужна передышка, Крон! Эта тварь как из фильма ужасов вылет. Их облик требует корректировки кулаков. Самая опасная женщина в галактике. Нарезку. Почти самая опасная. Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Задраджу тут лук! Я, кстати, его не просил об этом. Задраджу тут лук, Белдар Омаргард, солдат Фландургард. Думаю, за нее можно зацепиться. Да, где именно? Таргатгон откол, Волмаки Ултат. Это точно оружие в стиле Дракса. Нашли кунжал с Сатаром. Вы можете осудить походку с Джаксом, с Драксом, когда берете с нами Лана. Столкни-ка эту штуку, а? Он упадет! Класс! Уму не спастись! Он будет крепче этого булыжника, Питер Квилл. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. Зачем? Может, укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять. Наш командный дух силен. Ну, он нормальный. В любви команде. Честно? После всего, что мы пережили, я понял, что ни на кого вас не променяю. Ребят, я люблю вас. Гадость какая. Некоторые вещи лучше не произносить. Молодец, ты все испортил. Пойдемте уже ловить Фума и спасать галактику. Я тоже тебя люблю, Питер Квилл. Я умер. Признался в любви и помер. Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Я не... Задрачу тут лук! Задраджу тут лук, Белдар Омаргард, солдат Фландургард. Ты толкаешь? Я смотрю.
не спастись. Он будет крепче этого булыжника, Питер. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. Зачем? Может, укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять. Наш... Честно? После всего, что мы пережили, я понял, что ни на кого вас не променяю. Ребят, я люблю вас. Гадость какая. Некоторые вещи лучше не произносить. Молодец, ты все испортил. Пойдемте уже ловить фумы и спасать галактику. Мятая Маклу! Маклу 4! Не стоит курить другие Маклу! Берегите! Острые! Очень острые! Это ничто по сравнению с легендарными зубами и когтями Фин Фан Фума! Знаешь, я буду очень разочарована, если он не оправдает ожиданий. Выживем, увидим. Питер, смотри, впереди дым. Думаешь, Фум? Скорее, это люди. Класс. Может, подскажут, где он? Или нападут на нас. Я могу проникнуть в лагерь и поискать слабое звено. Найду того, кто там главный, и пущу ему кровь у всех на глазах. Это шокирует остальных и, возможно, заставит сдаться. Потом мы их перережем. Я ценю твою кровожадность. Но помни, что нас окружают не только враги. Может, там живут местные. Думать так опасно, особенно сейчас, когда все зависит от нашего успеха. Знаю. И мы непременно надерем Рейкеру зад и вернем Ники. Но после этого стоит научиться жить нормальной жизнью. Я уже ею живу, Питер. Поверь, убийца сейчас нужней. Ты дождись настоящих злодеев. Убавь кровожадность, ну, до семерочки, а? До девяточки. Пошли. До девяточки. Фум! Это Фум! Или... Пролетай, пролетай! Он вместе руками! Нет! Ага, стать дурнее некуда! Галмак, Галмак, солдат Фландурга. Я есть Грут. Грут говорит, придется съезжать, по-другому не спуститься. Погнали! Не нравится мне! Окружить! Это было круто и очень-очень страшно. Ищем Фин Фан Фума, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? Это он и был. У меня все способности. О, да. Это я понимаю.
Покажи, на что способен. Сейчас. Вот возьми выстрел. А вот и огненный. Извержение. Получить исключительную плазму для оружия. Хорошо, что тот камень чуть нас не убил. А то у Квилла не было бы этой классной силы. Может, надо почаще пытаться тебя убить? Дело не в этом. Она появляется, когда важным для меня людям грозит опасность. Тогда я могу многое. А, понятно. Это как энергия веры. Нет, это никак... Расслабься. Я тебе верю. Это тоже расплавь. И вон ту. Я тебе так завидую, Квилл. И не зря. Вода. Что это такое? Перестань, ракета. Ты ведь уже не боишься воды. Это не вода. Это не вода. Не могу подпрыгнуть. Похоже на волшебную грязь, которую я делал в детстве. В грязи нет ничего волшебного. Ты просто не бывал в спа на контраксии. Это так. Не подумал бы, что ты ходишь в спа. Повторюсь, волшебная. Как перебраться через эту дрянь? Запрыгнуть на уступ наверху? Я бы на это не ставила. Разумеется. Чтобы поставить туда что-то, сперва туда надо забраться. Отойдите, смертные, и дайте пловинатору совсем разобраться. Отвратительный псевдоним. Да? Есть варианты? Питер Жаркий Ствол. Нет! Капитан Огненный Шар. Это не Огненный Шар. Скорее, Горячий Шарик. Капитан Горячие Шары. Нет, нет. Друзья, удача сегодня на нашей стороне. Да, нас ведь почти раздавил огромный метеорит. Именно, почти. Не поспоришь. Хвост. Может, это его имя. Вдруг он хочет пообщаться. Даже не думай. Я есть Грут. Ага, не уверен, что стоит злить эту тварь. Звездный лак! Видите? Звездный лорд! По-моему, его это начинает раздражать. Да, в его голосе явно звучала ненависть. Квилл умеет найти подход. Да, согласен. Мы заслужили отпуск. Желательно на нормальной планете, где никто не пытается нас убить. Учитывая, что теперь творится на забвении и контраксии, нам даже выпить негде. Милана еще цел. По большей части, да. Гляньте, какие тут деревья. Только лучше издалека. Я есть Грут. Грут говорит, нужно опасаться растений с дырками наверху. Жжется! Я есть Грут. Грут говорит, у этой штуки едкие споры. Держись подальше. Гори, сволочь, гори! Ха-ха, неплохо. Вот это мне никогда не надоест. Грут говорит, они это заслужили. Может, Глутовласку сейчас пытают? Скорее, Уорлок пытает Рейсера. Золотой грозный противник.
Эти штуки выросли в ледяном аду. Вряд ли ты сможешь их перестрелять. Я думал, Фум ощутит наше прикрытие и ринется нам навстречу. Я разочарован. Может, он от нас прячется? Навряд ли. Но мы же выбили дерьмо из того мерзкого обитателя. И надрали зад кровавым братьям. Да, у нас сложилась неплохая репутация. Может, Фом слышал про нас? Продолжай, я начинаю согреваться. Капитан горячие шары сразил еще раз тени. Нет, я еще не надоел. Здорово, Питер. Ну, хватит, ты уже просто жжешь траву. Смажу 4 прикра. Мне все еще не надоело. Здорово, Питер. Ну хватит, ты уже просто жжешь траву. Ого. Может, из них спецом сражают, подсели костюмы. Переселилась сюда, раз тут столько. Ля-ля, какой опасный. Уродит номер один. Коуникальных зверей. Тут слишком холодно для Леди Череп. А Драксу вроде нормально. Кататиане способны выдерживать долгие и суровые зимы. И невыносимо жаркое лето. Нет, летом у нас тепло и приятно. Мне все еще не надоело. Придумай что-нибудь еще. Смотрите в оба. Я чую ловушку. У тебя очень острое обоняние. Я ничего не чую. Хотя нас до сих пор преследуют снежные звери. Скрытность не их конек. Бендиго! Да, так я и думала. Ты появится? Смотри, Квилл, война была лучше друг. По-моему, общение не задалось. А там еще один. Это не длика, а не фанфон. Да. Выстрел. Может, урон. И как выбрать пробовал с большим запасом здоровья. А против лучек другого мало они эффективны? Чего? Осторожно! Нам нужна передышка, бро! Удивительные скорости таких габаритов! Я активные ботинки не отдам! А где все миролюбивые местные жители? Мы привлекаем определенный тип тварей. По всей видимости, они адаптировались к этим условиям. Из их шкурок выйдет роскошное одеяние. Трое. Сбрасывай! Найди другую закуску, приятель. Они с нами просто играют. Сейчас я тут узнаю! Я горд собой! Не уверен, что ты знаешь, что так красит! Бендиго!
эти создания служат пропитанием для Фум. Очень хорошо! Значит, мы лишаем его пищи! Так, кидай! Слабеем! Атакуем! Надо сделать ему больно! Уничтожим! Ракета! Бой контра! Молодцы, видимо, тянется! В следующий раз будем охотиться за монстром, который живет в тропиках! Резкий поворот! Не такие уж и умные вас связались с нами! Неудивительно, что они такие злюки! Живут на какой-то льдине! Ха-ха! Кто же такими станем, если останемся здесь? Славный бой разогревает дом! Или можно надеть Питер? Постой! Спасибо, Питер! А этим я здесь! Все, мне надоело играть с этими мартышками. Виндиго! Мы реально будем их так называть? Но они же все время орут Виндиго. Вот. Похоже, они еще вернутся. Может, Хеллбендер захочет пополнить свою армию этими Виндиго? Если они не затаили обиду. Эй, они сами начали. Виндиго. Давай потом полюбуемся! Лупи уже! Это напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне! Да, можно подумать, мы включили топоту! Рут, твой выход! Питер, ты ему поможешь? Берегись! Без меня чуть-чуть не сделали! Твоя помощь неоценима, Питер Квилл! Как будто вся планета вышла с нами поиграть! Это моя любимая игра! Давайте добьем! Это наш шанс! Готовься к бою, ракета!
еще! Дракс вошел в режим ярости, и я не жалуюсь! А теперь к делу! До сих пор задница болит от этой поездки! Как ты уверен, что никто не кусал тебя за седалище? Надеюсь, мы раздавили хоть немного этих послосов, когда разбили! Может, поэтому они нас так ненавидят? Ой-ой! Эй, это тот самый подхвост, который шлялся камнями! Ответим ему тем же! Эдди! Как будто он особенный. Покажи им, что ты можешь! Вот нам нужна вот. Передышка, Крон! Ты знаешь, что делать, Драк! Эй! Надо было надеть что-нибудь. Народ, летучка! Блять, я летучку опять нечаянно нажал. Нет, нельзя, блять, как я хочу. Рыка. Разносим, Квилл! Видел выражение на их лицах, когда я обрушилась на них сверху? А какие рожи они корчат, когда груд цепляет их ветками! Точно! Я удивлена, но сражаться с вами классно! Ха-ха, все так, да. Я понимаю, что в бою у нас все тип-топ. Мы их уделываем, и это классно. Но... стоит расслабиться, потерять голову и начать выделываться прям в драке, то все. Кто со мной? Мудрые слова, Питер! Следующий! Да. Покажи, что умеешь! Давай потом полюбуемся! Лупи уже! Да, у него иммунитет так был. Основному блюду здоровяк! Ракета! Фейерверк! Мы убили вожака. Теперь они должны отвязаться. Или отомстить. Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут тысяча лет. Смотрите, дым поднимается с другой стороны. Мы уже близко, но придется лезть наверх. Я есть Грут? Ладно, Грут, подбрось меня. Я есть Грут. Примерно настолько. Настолько не мера измерения. Грут поймет и так. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я скину вам кое-что. День настал. День, когда ты отморозишь соски в нашей компании? Поберегись! Ха! Подойдет! Как думаете, может, эти твари прятались в корабле? Пофиг, они сдохли. Ладно, всё. Закончу с этой игрой.